В микрорайоне «Самолет» торжественно открыли второй корпус 28-й школы. Новое общеобразовательное учреждение приняло более 2000 воспитанников. На праздничной линейке побывали мои коллеги. Сентября воспитанники и коллектив 28-й школы отметили тройной праздник. Начало учебного года, открытие нового корпуса и стадиона, где могут заниматься жители всего микрорайона. На нем как раз и разместили праздничную сцену. Ребята, я вам всем желаю обучаться, творить, исследовать, открывайте новое. Вперед и в добрый путь! Я рад поприветствовать вас по поручению главы городского округа Люберцы Владимира Петровича Ружицкого. Я хочу пожелать каждому из вас успехов в учебе, в вашей жизни, здоровья вам, вашим родным и близким. Главные герои праздника, конечно, те дети, которые переступают порог школы впервые. В новом корпусе сформировано 10 первых классов. В них будут обучаться 300 детей. Я бы хотела пожелать, чтобы все хорошо учились, хорошо все слушали, не пропускали школу, и все было хорошо. Всего за новые парты 28-й школы сели 2153 обучающихся. Учитывая запросы жителей, в корпусе открыли группы предшкольного образования, академические классы с углубленным изучением математики и русского языка, а также профильные классы. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.